Из воспоминаний командира подразделения танкового десанта Евгения Бессонова. На рассвете 25 марта 1944 года мы достигли украинского города Кам'янець-Подільський. Наша рота на трех танках обошла город с запада и вышла к окраинам с юга. В полдень подошли главные силы бригады. По рации передали указание танкам остаться на месте, у реки, а десанту продвигаться к железнодорожной станции. В атаку шла вся бригада, точнее то, что от нее осталось после продолжительных боев. Танки, артиллерия, минометы и пулеметы вели массированный огонь. Красиво шли в атаку. К утру 26 марта Кам'янець-Подільський был полностью освобожден от противника. До победы оставалось 410 дней.